Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Сегодня в рубрике «Инди-хоррор» мы посмотрим небольшую флеш-игрушку, которую создал специально для меня товарищ под ником Turtlazy. Это игра «Амнезия». Привет, дорогие Вспомните мои. «Амнезию». Привет. Здесь все сделано в 2D-перспективе и, на мой взгляд, очень круто, поэтому давайте... Давайте начинать! И давайте начинать, да. Не забывай. Старый микрофон. Некоторые вещи нельзя забывать. День идет за мной. Нужно торопиться. Блин, я сейчас заплачу. Меня зовут. Сколько воспоминаний. О, я Даниэль. Капец. Хорошо, Даниэль. Хорошо. Блин, этот вот микрофон вообще... Ну что, вода? В замке, судя по всему, разруха. Окей. Но мы начинаем именно так, как начинали в Амнезии. Сколько это лет назад было? 2 года назад. Офигеть. Давайте смотреть, что у нас тут есть. Трутница. Трутница. Клево. Блин, что ты меня перебиваешь все время? Хорошо, пойдем дальше. Есть следы воска. Кто-то что-то накапал. Ничего. То есть сделано все один в один, но в 2D перспективе графика, понятное дело, попроще, чем в той Амнезии. Все равно все круто. Понял. Понятно, туда я уже не хочу. Уже не хочу, да. Тихо. Что у нас там? Ничего. Окей, пойдем заглянем. Насколько я помню по игре, если мы сейчас сюда зайдем, у нас просто потушатся все свечи, и я с воплем оттуда выбегу. Оп. Ладно, пьянство бой. Отлично. Разбилось. Я помню. Это знаете, как этот «Назад в будущее», вторая часть, там старый Биф Таннен такой смотрит на молодого и говорит: «Я помню этот момент». Здесь примерно то же самое. Так. Хорошо. Что за ширмочка? Стул. Сейчас мы ему стулом кё так вдарим. Ну да. Так, а здесь у нас кладовая, что ли? Видимо. Видимо, кладовая. Кё, говорит, стулом так. В кладовой ничего нет. Ну и ладно. Это что? Это ящики. И шут с ними, с ящиками. Потихоньку пролезем. Какая-то комната здесь, я помню, срачная. Но какая именно? Вот это, наверное. Картина Репина. Не ждали. Пока что все, походу. Здесь вроде как ничего нет. А там, по-моему, дальше, если я пройду... Блин, я эту игру про нее рассуждаю, как будто это оригинальная Амнезия. Там дальше пройду, по-моему, сейчас тараканы ползать начнут. Так, это я спрятался. И вот я обратно вылез. Окей. Супер. Вошел. И слава богу. Ой, как тут темно и страшно. Это не то место? Нет, это вроде не то место. То есть это вся полностью Амнезия получается. Но это пока демо-версия, и я думаю, есть не так много контента на данный момент. Но то, что есть, конечно, лично для меня это просто... А, чуть... Вы кто? Понятно, я же говорил. Все помню. Для кого-то это, наверное, спойлеры, а для меня это просто... Что за херня тут ползала, я не понял. Да-да. Ну, давай уже выходим. Записочки. Так, тут у нас трутница, по-моему, лежит. Записки мы почитать не можем. Ну и ладно, нашим легче. Блин. Земля трясется, ветра нет. Это тень идет за нами. Так, катка с цветами. Нахрен ее. Да, да. Помню. Я все это помню.
Блин, а как я соскучился по Амнезии. Недавно отыграл этот Mental Memorial. Это прям было такое возвращение в игру. Но все равно это уже не то, конечно. Сама Амнезия была крута, а Сайдой как-то не очень. А нашли фонарь. Все эти модификации, они серьезно проигрывают. И, кстати, скоро выходит Machine for Pigs, что само по себе крайне положительная тенденция, однако. Что? Так, тихо. Что-то как-то страшновато, кстати, стало. Казалось бы, да? Чего тут можно бояться? Темнота, кошмар. Это, наверное, выход. Давайте посмотрим, что еще тут есть. Жалко здесь. Что-то как-то... Так, а мы можем трутницами, наверное, зажигать все-таки фонарики, это было бы логично. Ой, фонарики беру. Спокойно. Так, это лестница наверх. Пойдем туда? Наверх мы не пойдем. Окей. А так хотелось. Я примерно узнаю это место, мы немножко скакнули вперед. Привет-привет, это Туртл. Приветствую вас в демо-версии игры Black Silver UFA «Вспомним Амнезию», посвященной прохождению Артуром Блэком игры Амнезии The Dark Descent. Не забывайте, это глюченная, недопиленная альфа, так что жду фидбэки и баг-репорты. Канал такой-то, такой-то, личка такая-то, такая-то. Мой канал и ссылка на мое прохождение. Также у себя на канале я размещу видео, в котором расскажу, как делал эту игру. Ссылки на свежие версии будут появляться в фиде канала, Твиттере и группе ВКонтакте. Ну что я могу сказать? Спасибо тебе большое за то, что ты сделал эту игру. И, собственно, будем следить за развитием этого проекта, потому что мне это очень понравилось. Пока что мало, но, тем не менее, очень и очень круто. Буду заходить по этой ссылке, загляну к тебе на канал. Посмотрим, что там еще дальше. В принципе, там идею развивать-то, конечно, можно очень далеко, но остальное зависит уже от времени и от фантазии. В общем, как бы там ни было, мне это все очень понравилось. Надеюсь, понравилось и вам, дорогие зрители. Увидимся. Такой небольшой флешбэк. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.